Здравствуйте, меня зовут Ирина Правдивцева, я профессиональная актриса. Я сотрудничаю с театром «Антрепризы», играю такие роли, как Гелла в спектакле «Мастер и Маргарита», Нина Арбенина в спектакле «Маскарад», княгиня Бетти Тверская в спектакле «Анна Каренина». Мои крайние работы в кино – это эпизод «В полном метре», «11 молчаливых мужчин», я сыграла бортпроводницу. Также я сыграла в сериале «Первый отдел» обаятельную и соблазнительную барменшу. У меня есть разряд по спортивной гимнастике, права категории «Б», также я танцую. Мой рост 1,69 м, размер одежды 42 см.